Циркумфлекс Пирожата, с вами Старпер, я продолжаю проходить Чумного Рыцаря, и сегодня пришло время инженерного ответить за все. Хотя он вроде ничего мне не сделал, но он все равно ответит. Так, постойте-ка, давайте мы вот что попробуем. А что это такое? А, это в разные стороны. Мы попробуем обычный корпус. Блин, а что из них взрывной-то фитиль? Этот? Да. Тихо. Блин, не помню. Обычный корпус, взрывной фитиль. И что-то мне еще говорили, но я забыл. Сейчас попробуем. Нет. Нет. Ну нет, точно. Ну вот эти по три СОЕ, ладно, давайте так пока. А там посмотрим. Тихо, ты чё? Блин, и в прошлый раз меня эта крыса здесь же поймала. Вот крыса. Да ладно, запрыгни ты уже. Отстань. Обыдно, обыдно. Да в смысле? Да чё ж вы со всех сторон-то меня овните, ну? Так. Ну те забрать, походу, вообще без шансов, да? И не ломаются. Вот собаки. Ну посмотрим, что здесь, подождите-ка. Здесь лодки, а нет, сундук. Да, чисто деньжата. Вот это я понимаю, секретная нычка. Один экран, да один прыжок. И нормально. Без всякой хрени. Порадуй меня, спасибо. Так, разобрался. Что дальше? Гори в аду. Блин, ни хреново у него такой рейндж, рейндж этой вот, его плюхи. Да, вообще нормально. Так. Здесь еще какое-то непотребство, блин. Не, подожди. Вот так. Ладно, нормально, сойдет. Две монетки хочу этих забрать, потому что мне надо лошади на катапульте полтос отнести. И вот как раз у меня уже есть. Не знаю, что мне за это дадут. Ну почему бы, как говорится, не попробовать? Фу.
Опасненько, опасненько. Я умер. Нужно дойти до конца, иначе в чем смысл, нахрена я тогда начинал вообще? Так. Ну, нормально, слушайте, нормально. И здесь вот здоровый сундук, и я бабки забрал. Короче, нормас. Думаю, стоило того шестеренка. Надо сейчас труд тащить. Хорошо. Тихо, давай, без фигни, давай, братан. Как-то его ко мне подкинуло почему-то. А почему? Ну давай. Ну хоть денежку мне привезли. Так, что здесь? Здесь ноты, а там, наверное, сейф уже будет, я думаю, я тогда засейвлюсь сначала. Это вообще не похоже на сейф, блин. Ну, тогда можно идти ноты забирать, пробовать. Ну вот, блин, и как? Когда они плющить начинают. Ну умри ты уже! Ладно, что-то, конечно, далеко не идеально это все произошло, но в конечном итоге я выжил и забрал все, что хотел. Вот только ракет мне ваших не хватало. Давай сейф уже. Сейф давай! Он пробивает щиты, этот взрыв. Клёво. Не, мне нужен сейф. Полюбе. Вот прям полюбе мне нужен сейф, иначе это будет все печально. А его все еще нет. Короче, все будет печально. Судя по всему. Нет, ну за что? Вот это сывачок сейчас был. Нет, подожди. Рыбу. В смысле ничего. Полезно. Да, вот это был сейв, просто всем сейвом сейв. Да умирайте. Будет же какой-то подвох. А, ну будет такой рыцарь, да. До свидания, братан. Не вижу смысла с тобой драться вообще. Так, а здесь сейф, блин, это я не сюда, значит, должен был идти. Но возвращаться я уже не буду. Как вы понимаете. Далеко.
хочу сюда. Рыба. Вперед. Вперед, ты сказал. Так, ну и чисто денежка. А, ну здесь еще нотки. Да, я вспомнил это место. И здесь я за лопату откис разок, если мне память не изменяет. Она мне вряд ли изменяет. Изменять же неправильно, понимаете? Так, ну мне и сюда. Там эта лестница наверх. То есть мне вот просто в эту сторону. О, не-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 не. Ой, геморрой, отстань. Геморное место, блин. Ладно, будем пробовать доджить сраные ракеты. Вот так, да, проверяй. Хотя здесь, по идее, должно быть проще, учитывая, что я могу рокет-джамп делать. Лопата не могла. Ну и да, я уже, собственно, блин, наверху. И меня это не спасло. Ну, собственно, и все. И чё, и как, почему я не смог с первого раза это пройти? Где логика? Не знаю, где логика, но не смог. Бывает. Здорово. Здорово. Да, ты заявился ко мне. Заслуженный изобретатель, я уважаю твое мастерство. Отдай свою сущность добровольно, и я тебя не трону. Что? Ни за что, птицеголовая. У тебя есть свой мозг, так научись с ним обращаться. Так, сначала, короче, делаем вот так. Быстро, это было быстро. А теперь я поставлю... Не-не-не, подожди, все правильно, взрывной, но я поставлю... Вот этот, наверное, да? Да. Думаю, это будет удобнее. А может быть и нет. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. Ой, я свалился, черт, не заметил. Хотя стой. Мне не хватает. А если зависнуть? Ну, нормально. Убил тебя, братан. Ну, подожди, сейчас. Ну, сорвался, ну бывает, не осуждайте меня. Во. Походу, два вроде бы левела мне осталось. Или три. Сейчас посмотрим. Опять лошадь. Ах, инженерный рыцарь. Вот кто знает толк в баллистике. Жаль, что он не умеет признавать поражение. Хм, я просил по-хорошему, но он слишком упрям. Кстати, я заметил, что Мона оставила зелье здоровья вместе с записями. Уверен, это для тебя. Возьми его. Спасибо, Мона, спасибо.
Невероятно, почти совершенное зелье, настоящее достижение. Я ведь не один трудился, по крайней мере поначалу. Какая скромность! Конечно, я помогал, но это по большей части твоя заслуга. Что ж, время близится, я подготовлю сущности в деконтат Римоны, но будь с ними крайне осторожен. Спасибо, Перси, не жди меня. Такс. Блин, что-то сейчас пойдет не так, мне кажется. Нет? И что теперь? 11 тысяч, ни хрена себе, пойду что-нибудь куплю. Есть что? Чумной рыцарь, я люблю высоких, сильных мужчин. Может, приготовим какое-нибудь зелье? Да, ты уже это говорил. Я уже обижался на это. Так. Здесь мы восстановили все. Так а на что мне тратить бабло-то теперь? А, хотя стойте. Ну-ка, лошадь, вернись. Серьезно? Это печалечка, скажем прямо. Давай быстрее. И здесь то же самое, он говорит, что говорил уже. Ладно, пойдемте на катапульту сходим. На катапульту. А, нет, подожди, это не сюда. А, ну хотя я сейчас прилечу куда нужно сразу вроде. Точно. Как раз вовремя я настроил координаты удаленного хранилища, набитого сокровищами и вооружением. А что самое главное, его вообще никто не охраняет. Хотелось бы тебе верить, Перси, но наш прошлый прямой вылет вылетел прямо в океан. Я не хочу промочить еще один комплект бомб. Не беспокойся, друг, я 4 раза проверял расчеты, нужно только заменить торсионный стержень. Это недорого, всего 50 монет науки, жалкие гроши для нашего учреждения, не так ли? Да. Отлично, я пошлю за деталью, мы в 2 счета воспарим. Сейчас воспарим, подождите. Чудесно, превосходный торсион, запрыгивай на борт, можешь считать, что добыча уже у тебя в кармане. Так. А-а-а, собака. Он меня перекинул через дом. На 10 метров вперед. Ни хрена себе. Идеально, идеально. Рыцарь. Это чумной рыцарь. Не, упусти шанс, хватать его. Эх, Перси, и в упор в сырая не попадет. Ты окружен, бросай свое химическое оружие и сдавайся. Он сказал сдавайся. Разбежался. Бум! Ну, зато теперь понятно, что они все разошлись-то. Зато теперь будут приходить по очереди, я понял. И более крутые с каждым разом, видимо. Да отстань, ну что вы лезете, вам же все равно меня не победить. А вот и золотой пришел. Страшно, страшно. Все? Успокоились, бездари? Ну хорош прыгать, давай уже, я в ноты вижу. Все знают, что бомба мощнее меча. Приспешники, за мной! Оружейная деревня наша! Ну и ну, что за шум? Ой. В смысле, куда вы улетели вместе с магазином? Он зато часто расстался. Это же летучая наковальня. Похоже, здесь одни трусы и слабаки. Заберем их пожитки. Так, Честер, я к тебе сейчас приду. Здорово, петушара. Курица трусливая. Между прочим, я петух, сэр. И я инвестировал в половину этого города. Поступайте, как знаете, но я не теряю самообладание. Ты молодец. О, сейчас будем драться.
А, так это ты распугиваешь мою клиентуру. Так, можно и галантерейщика довести до ручки. А ты жнешь капюшоны? Мне нужно добавить взрывопрочную подкладку. Что за ересь? Капюшоны, они даже шляпами не считаются. Никакой структуры, никакой поддержки. И ни капли вкуса. Шляпы пустая трата фетра, старикан. Их сдувает ветром, а капюшоны намного практичнее. Да как ты смеешь? Я требую извинений. Я тебе задам. Во-первых, жри рыбу. Начнем с этого, так сказать. Что-то он меня напяливает. Не к добру. Хотя у него 2 хп осталось, господи. Что за тюбетейка? И ты еще на мои капюшоны гонишь, блин, чувак. Что за челма? Ну вот и все. Блин, 17 тысяч. Не на что тратить. Ну и ну, для старика ты неплохо дерешься. Ты где научился своим приемчикам? Мои шляпы — непростые аксессуары. Каждый наделяет меня великой силой. Что? Силой? Тогда я возьму 10 лучших шляп. Увы, эти силы получает только ваш покорный слуга. А тебе они лишь придадут мощный вид и стиль. Ну вот, что ж, тогда до скорого. Точно! И сбежал. И здесь его нет, кстати. В прошлый раз он здесь стоял, когда за лопату был. Пст! Эй, зеленка! У меня полно взрывных предложений. Хочешь взглянуть? О, ни хрена. Летучий посох. Поднимитесь в воздух, атакуя посохом. Обменять монетку. Давай. Я сейчас все заберу у него. Так. Ой. А, это вот он. Понятно. Фигня какая-то. Фляга прыти, отправьтесь на безумную пробежку. А, ну вот это та хрень, которая, типа, для ледяного уровня увеличивает мою скорость. Походу, пока я не остановлюсь, и даже потом я еще ускорен. Прикольно. Ой, когда... Ладно, что бы это ни было, я уже купил. А что я купил? Или не купил? Не купил. Пойло кровопийцы. Восстанавливайте энергию, нанося урон врагам. Давай. Ну тут все понятно. Вампирик. Ударный посох. Атакуйте чередой быстрых ударов посохом, а варево берсерка наносить урон врагам при контратаке, не отскакивая в бор. Да. В смысле? Отстой. Но я могу сгонять, дать ноты, и у меня все равно не хватит. Да. Сыкуны, блин, улетели. Привет, птицеголовый, да, славится король рыблок. Купить. Уверены, да. Чаша для хранения. Вот, так я сейчас пойду тогда к этому. К рыбозадову. КЗ зачем? Ну вот я здесь. Ну чё ты такой грустный? Радуйся, я пришел. Кто потревожил мой сон? Смертный? Тебе треб... Минуточку. Алхимик! Вести о твоих злодействах достигли пруда рыблок. Покинь сей священный грот. Но, ваша милость, я пришел учиться танцам. Понимаете, я умею только дергаться. Довольно, как недостойно. Где же движение, где страсть? Тебе нужно чудо. Готов ли ты получить дар ритма, смиренный алхимик? Конечно. Так уж вышло, что мы умеем творить чудеса. Надежда есть и для каждого. Все по местам. Запоминай.
Внимательно запоминаю. Так, значит, дергаем плавниками, плаваем туда-сюда. Еще туда-сюда. Потом крутое явление народу, подлетаем и падаем вниз. Все, идеально, идеально. Поворачивайся направо, поворачивайся налево. Гуськи даем рыбам. Хотя этот шаг, пожалуй, стоит пропустить мне. Трясем жопой, конечно же, без этого никак. У него, кстати, вентиль в башке, видите? Или это корона так нарисована? Да, это корона. Похоже на вентиль, я не знаю. Ну, короче, танец зашибись. Вот как это делается. Настоящий танцор удерживает вниз для тренировки. Я пожалую тебе свой ихор, но только для достойных свершений. О, конечно, достоинство мое второе имя. Я все же попрошу номинальную плату раскаяния для полного удовлетворения. Выбирай, Хорсумом. Стильный наряд, который дает плюс 200 к ликованию. Че? Тяжелые доспехи врагам будет нелегко сдвинуть вас с места, но и остановиться может быть непросто. Нет, инерцию не хочу. Липкая одежонка. Отскакивайте от стен при взрывных прыжках. Это сложновато. Притягивает сокровище во время рывка. Вы теряете в два раза меньше золота при поражении. О, давайте. Не забывай чистить клюв, чумной друг. Возвращайся, если понадобится мое благословение. Блин, я стал синим. И могу танцевать. Походу, он Мону себе представляет. Смотрите, как он... Хотя, блин, нет, он такой мелкий, что, в принципе, он хоть с лошадью может танцевать. Все равно ему придется вверх смотреть. И тянуться вверх тоже. Что ж, осталось две локации, там еще есть места для фарма, но сказать по правде я не хочу фармить, поэтому скипну их. Ну а последние две локации пройду уже в следующем и, видимо, последнем выпуске Чумного Рыцаря. Так что на этом заканчиваю. Спасибо большое, пиржата, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои каналы, все ссылочки в закрепленном комментарии. Жмите колокольчики и все остальное. С вами был Старпер, всем счастливо.